Алексей, как ваше самочувствие? Как вы чувствуете себя перед боем Джеффа Монсона? Сейчас чувствую себя отлично. Через 2-3 дня посмотрим. Известно, что часто вам секундирует ваша супруга. Будет ли она присутствовать на этом бое? К сожалению, в этот раз ее не будет. Она не сможет приехать, потому что вот увеличилась у нас семья и очень слишком маленький ребенок, чтобы его можно было ставить. А кто ее будет заменять? Да увидите 16 числа. Это два человека, которые мои товарищи, очень, по моему мнению, очень хорошо разбирающиеся в своем деле, в смысле в ММА. Один, может быть, более в ударной технике, один в борьбе. То есть они и выступали, и кто-то выступает. Я думаю, они мне смогут помочь, поддержать, подсказать то, что мне будет необходимо в этом бою. Можешь дать какой-то прогноз на бой? Не, прогноза, конечно, не будет, да, я могу свои пожелания высказать, то есть я буду стараться, конечно, победить. Сейчас я для этого имею, может быть, ну, чуть больше всего, чем у меня было, к примеру, на тех же предыдущих моих выступлениях, там, даже на Беллаторе еще где-то, то есть даже по тому же, по времени подготовки еще почему-то. Единственное, что соперник, конечно, гораздо опытнее, чем были там и сильнее. Ходят слухи, что следующий бой у вас состоится 25 марта. Действительно ли вы будете выступать на этом турнире? Это будет зависеть от результатов моего выступления с Джеффом, да, какое у меня будет состояние, там, будут ли какие-то причиненные ущерб здоровью и так далее. Смогу ли я выступать 25-м? Да, наша организация совместно с компанией «Оплот» делает турнир крупный международный. Если у нас получится, я постараюсь выступить на этом турнире.